Здравствуйте всем подписчикам канала Волкодавий 05 и случайным гостям. Так, напоминаю, этот щенок был выигран нами с канала Волкодавий 05. Так, владелец питомника Волкодавий 05 отправил нам этого щенка. Путь был длинный, но она все-таки доехала до нас с города Дербента до Иркутска. Ехала она недели с лишним. Ну, из-за того, что в Москве задержалась маленько из-за поездов, рейсов. Но все же доехала. Так, надеемся, что в будущем будет нас радовать. Хороших потомков давать. И спасибо владельцу, что за честность, за доброту, даже помог отправить до Москвы бесплатно. И удачи вам всем!